Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала, меня зовут Юлиана. Волшебные талисманы на 2023 год по знаку зодиака. Создать вокруг себя защиту и притянуть удачу в 2023 году помогут особенные талисманы, которые предназначены для определенного знака зодиака. Чтобы амулеты работали на успех, следует знать, как их правильно выбирать и как ими пользоваться. Год водяного черного кролика ознаменован грядущими переменами. В жизни людей могут произойти значительные изменения. Кто-то из представителей даже сможет наладить личную жизнь и получить признание в делах. В следующем году следует подготовиться заранее, чтобы успех не прошел стороной, а правильные талисманы притянут в жизнь позитивные перемены. Овны. Для них год пройдет в насыщенных событиях. Чтобы не растерять свой уверенный пыл, следует подбирать предметы и одежду в пастельных или молочных оттенках. Этот цвет поможет воплотить все реальные мечты. Справиться с трудными задачами и не пропустить для себя выгодное предложение окажет услугу энергетика камня Чароита. Он является покровителем истинной любви и способствует укреплению деловых связей. Телец. Эти представители могут приготовиться к тому, что в 2023 году финансовая удача будет на их стороне. Чтобы ее притянуть к себе еще ближе, следует остановиться на зеленых тонах. Они должны присутствовать не только в одежде, но и в интерьере дома. Это способствует притяжению успехов в деловых связях. В качестве талисмана следует выбирать камень Яшма. Он поможет стать на путь верных решений и укрепит интуицию. Близнецы. Их успех зависит от них самих. Но чтобы избавиться от завистников, астрологи рекомендуют постоянно в кармане носить зеркальце. Оно поможет убрать весь негатив и переключить его на недоброжелателей. Близнецы. Их успех зависит от них самих. Но чтобы избавиться от завистников, звезды рекомендуют постоянно в кармане носить зеркальце. Оно поможет убрать весь негатив и переключить его на недоброжелателей. Также отлично работают талисманы серебра или металла. Минерал цирконий возьмется держать самочувствие на хорошем уровне. Раки. У этих представителей предвидится насыщенный год. Им предстоит преодолеть страхи и сомнения. На работе важно проявлять решительность. Урегулировать общее состояние им помогут водные тона. Они сохранят внутреннюю гармонию и позволят представителям даже воплотить некоторые свои смелые идеи в жизнь. Лев. Цвета в их жизни сыграют второстепенную роль, а вот настоящую удачу смогут принести статуэтки животных. Не следует забывать о своем покровителе 2023 года – кролике. Его фигурку можно разместить на своем рабочем столе. К минералам также стоит внимательно отнестись, потому как они не всегда будут работать на благополучие знаков. Кошачий глаз поможет стать успешными в делах. Дева. Получить счастье в личной жизни им посодействуют бирюзовые или желтые оттенки. Их можно включить как в аксессуары, так и предметы домашнего обихода. Камень цитрин привлечет в жизнь удачу, но его лучше постоянно носить с собой. Весы. Эти знаки стараются всегда во всем сохранять гармонию, и в этом помогут бронзовые фигурки покровителя года и их созвездия. Все статуэтки следует хранить дома на самом видном месте. Хорошую помощь окажет камень, родонит или кварц. Он станет настоящим защитником от недоброжелателей. Скорпион. 2023 год. Для представителей готовят массу сюрпризов и подарков. Они могут быть позитивного и негативного плана. Принять верное решение поспособствуют голубые цвета. Их можно комбинировать в одежде с синим тоном. Устранить недоброжелательное проявление врагов помогут рисунки водных стихий. А защитить от неурядиц способен камень-гранат. Стрелец. Год будет насыщенный и стремительный. Представителям не получится много отдыхать и расслабляться. Чтобы успеть воплотить все планы в жизнь, на своем рабочем столе лучше всего поставить фигурки активных животных в беге, а черный жемчуг быстро возвратит все запасы истраченной энергии. Козерог. В 2023 году знакам придется много трудиться. Чтобы сохранить мотивацию и получить новые знания, им нужно расположить в своем доме денежное дерево, а камень Оникс будет постоянно заряжать представителей на позитив. Водолей. В их жизни произойдут некоторые изменения. Следует настроиться представителям на новые перспективы. Чтобы не отвлекаться по пустякам, в одежде желательно придерживаться холодных оттенков. А горный хрусталь и бриллиант притянет к ним богатство, а также поспособствует тому, чтобы избавить знаков от токсичных личностей. Рыбы.
Им следует в 23-м году быть позитивно настроенными. Лучше свои дела не доверять другим людям. Немного разгрузить нервную систему помогут вьющиеся растения. А камень Малахит возьмется урегулировать в доме положительные потоки. Сделать удачливым и успешным человека сумеет не только талисманы и минералы, но и общий настрой. И если правильно расставить свои приоритеты, то можно выиграть честную борьбу за благополучие.